новый лут, Никита. У меня Блин, уже с нами фул сквад упал. ДПшка. И да ё-моё, они в нашу общагу зашли. Так, я одного нокну. Ты чё, братан? У меня юмпик есть. Так, ладно, я тогда во вторую пачку пошел. А, никто тебя не поднимал. Так, ребят. А, вторая общага, целая пачка. Мне здесь челик тоже бегает, да ё-моё, сколько вас. А, это бот вообще. Я его убил. Ержан, давай ко мне тягивай, слушай, братан. Да ё-мо, Ержан. Ну как так-то? Тебе ехать? Да я сам к тебе сейчас приеду уже. Со второй общагу золота я к тебе приеду. Да, у меня есть тачка. А Ержан, да Ержана не спасти. Сейчас за общагу успею, то успеешь. Да не успеешь ты, Ержан. Вали. Никит, вали. Да, блин. Я уже всё. А, не-не, всё, дай мне. Вали. Да, я валю. Да я понимал, что... Да, я к тебе сейчас поеду. Я понимал, что все это габело, в принципе. Они... Я им сколько раз говорил, оттягивались ко мне. Шама, давай только ты сейчас не умри, пожалуйста. Я не хочу в соло отыгрывать. Я специально уехал с основки, чтобы поехать к тебе. А чё у вас? Ну, потому что... Тебе люди приехали, алло. Да где? Падало. Внизу. Шама, пожалуйста, не умри. Он на втором этаже ходит. Да, ну ё-моё, Шама, ну... Он тебя добьет, да? Да. А хотя... Скажи ему, don't kill me. Ну... Сколько их там? Один, два, три, четыре, пять? Один. Тот чел просто приехал, Шама его не... Ты чел уходит, блядь? Я знаю. Он просто спалился... И умер. Ну, его ДПшка была. Он точно один, да, там у тебя? Да. Пытаюсь его закрыть. Он по мне жмет так. Кому он там зажимал, интересно? И куда мне ехать? Я хочу мост закрыть, я хочу этого закрыть. У меня в мильте еще челики. Ладно. А, это бот был, понял. Я думал, это чел стоял. Нормально. Ты того закрыл? Я понял, я вначале подумал, что это чел. Ну, вначале подумал, что это бот, а это чел. Здесь тогда я своего закрыл, этого челика. Никита возле забора бегал. Где? Синий дом. Где синий дом, он стоит. Где, я не вижу. Они... На СВ градус. Чекай, видишь? Нет. Еще раз чекни, да, еще. А, все вижу. Да, вон, вижу. Хорош. Я просто стоял, лутался. Не, это челму. Так, короче, я думаю, на мильте уже никого нет. Я думаю, мильта пауэр, короче, завод челики. Здесь, мне кажется, больше никого нет. Так, все, подожди. Да. Да ё-моё, сколько ему надо? А, он врезался. А, он умер от падения. Да господи, ну почему все вот так вот? Он не умер, он нокнулся вроде. Он нокнулся, точно, ты уверен? Да, он нокнулся. А, ну все, окей. Короче, я ему там дал голову и тело, и он врезался и нокнулся. Ну, его трупа здесь нет. Не, вот трупа валяется, ребят. Я же сказал, что он умер. Он умер от падения, я же сказал. Он дотек. Ты уверен? Ну, я видел, что он нокнулся там в пилчате даже. Ну, ты видишь, он под баги, значит, он умер. Я потому что думаю, да, что он это, что он умер. Он не может, понимаешь, под баги труп его быть. Я вижу.
все миссии. Че ты говоришь? Да а, я... это вот этот чел, который... Да, закрыл, который вас закрыл, да-да-да. А, это Шаму, который закрыл? Да. Я просто сейчас пока это... не в супер хорошей форме еще. Ну, как говорится, первый раз миночная, вторая релаксовая. Да, вторая релаксовая. Но у меня еще пока релаксовая, ребят, сразу говорю. У меня пока еще кадочка релаксовая, поэтому вы там от меня особо ничего не ожидаете. Блин. На горе тебе чекает скайка. Да, я вижу. Так, ну я думаю, одного-то типа я заберу. В принципе, потому что двойка нам прошла, одного я забрал. Думаю, одного типа, тем более... он далеко от своих, я думаю, я его заберу. Да, я понял, он же поджимается. Так, одного типа я забрал. Все, я забрал всех. Так, остались типы, которые в кемпе, да, я так понимаю? Так, а где челики в кемпе? Да, вижу одного. Ты какой, я просто... Они у меня просто сегодня не умирают, они у меня просто сегодня не умирают. Стремясь, я только алмаз еду. Штиш, братан. Прям вообще, да я вижу, нормально. Горю. Да, я думаю, они там сидят. Чел присел тупо. Ага, слышу. Ё-моё, JP! Я ничего не слышу! Он в тачку сел. Хорош, Никит. JP! Спасибо огромнейшее! Спасибо, братик! Я слышал, как чел сидел на крыше, короче... И последний момент просто увидел влетящую в меня хаешку. Просто последний момент тайминговый. Так, два типа последних осталось. Ну где вы можете быть? 18? 17. Я понял, они лежат в траве у меня здесь. Чекайте, ребят. Так. Так. Не, ну если бы они здесь лежали, они бы меня убили бы 100%, что я по флопуну пробегал. Они могут дальше вот где-то здесь, да, быть. Где-то вот здесь. За зоной. Не, за зоной вряд ли. Они бы уже отклисли бы, если были за зоной. А я тебе сейчас скажу, где они. Я выйду и за тобой посмотрю. Давай. А, ты сделал так, что за тобой смотреть нельзя. Да, нельзя за мной смотреть. Ну просто где мне там уже... Делаешь? Мне там просто уже писали, как бы... помнишь, я тебе рассказывал? Поэтому я выключил режим наблюдения, чтобы никто не думал ничего. А, понял. Ты не сможешь вам посмотреть вообще. Почему? Потому что сейчас наблюдает Хантер и Казус. Так, ну и где Ластова может быть?
Я просто когда вышел, мне показалось, там еще дальше чел лежит. Я просто понимал, что этот, пока этот встанет, и, ну, у него времени еще тайминги будут. Поэтому я так смешно вышел, на самом деле. Хантер, иди, надо... Смотри, куда зона ушла. Вот, я думаю, ласт чел именно там сидит. А, чего? Ребят, гляньте. Ты его нашел? Он на этом же трупе был. Он был на этом же трупе. Я не понял, как это получилось. Ребят, соло против складов, 19 киллов. Ребят, ну как бы, можете лайкозик прожать, а кто не подписался, можете подписаться. GP.